Как получить от бати люлей? Сына! Игра! Сына! Чего, папа? Принеси пиво! На! Пиво! Ой, перепутал. На, держи. Так, ждем, когда у бати случился понос. Так, надо было пиво, что запить. Да, ладно, пойдем на улицу, пока что погуляем. Куда? Ладно, ладно, я буду дома сидеть. Куда идешь? На улицу. На площадку? Да. Иди. Хорошо. Сейчас пойду. Да. Куда потюкал? Гулять. А чё? Сел быстро. Так я видел тебя. Ага. Ты понял? Да, папа. Help. Знаешь, иди сюда-ка. Нет, я не хочу. Я буду крутиться. На денег иди купи пиво. Ладно. Давай. Если не купишь пиво, ты полетишь в окно из этого дома. Я потом куплю, хорошо? Какое потом? Сейчас. Да нет, я немножко погулять хотел. И все. За пиво пошел и будешь гулять. Ладно, алкаш. Быстро! Так, надо быстро валить. Ага, лови. Дурка. Улетела отсюда, дурка. Полетела. Чтоб ты сбила, давай возвращался. Ага. Так, я уже въел бутылочку. Надо нести. Козёл, ты где? Малолет, ей. Я несу, батя, я уже. Я пить хочу. Я несу уже. Быстро, бегом. На, бери. Это не то, мне нужна была другая. Да, я все деньги потратил на эту бутылку. Теперь на, пей. Давай. Нет, дайте все, отстань. Бабла. Иди сюда. Ладно, ладно, все, не надо. Пошел бабла брать, и купил я настоящую банку. Вот твои бабки. Угу. Ой. Всё. Деньги где? У меня в кармане. Пошел за пивом. Сейчас, а можно я на машинке поеду? Нет. Ну, пожалуйста. Потом поедешь. Да, пожалуйста. Пойдем, я тебя покачу хоть. Ладно. Задолжал. Блин, я сесть не могу. Так. Я... Саша, я вообще-то не управляю. Ой. Саша, я не управляю. Ой. Упсик. Папа. Нет, ты просто... Смотри, она целая. Смотри, вот, все, целенькая. Вот. Пошел оттуда. А здесь это... Я сам съел на пиво. Ладно, пойду. На площадку пошел. Сейчас. Завтра только пойду. Дяденька, можно мне, пожалуйста, пиво? Сейчас. Так. Держи, мальчик. Спасибо. Так. Так. До свидания, дяденька. До свидания. Говори. Ладно, высовывай. Там нет. Вот вы, ну, бомжики собрали. Так. Под кепкой. Нету. Тапки. Нету. Да нигде нету. Все. А ну-ка стой. У тебя еще сзади есть карманы. И там нету. А ну-ка подошел.
Пойдем. Пиво купил? Нет. Ой, забыл. Одну баночку купил. Вот это. Из рюкзака на. Еще раз закладывать. Ах ты, зараза. Еще раз. Пиво без дачи отдал. А ну-ка, посыпь. Ладно, пойти на сдачу. Так, сейчас найду. А, где они? Где? А, вот они, на, батя. Всего лишь 100 рублей. 100 рублей? Знаешь что? Что? За две банки остается 200 рублей. Они подороже стали. Тряхни. Знаешь, ты свою я отдал сдачу. Еще одну. Свою сдачу я гори. 100 рублей на, свои. На. Туалетная бумага есть? Нет. Ой, есть, сейчас посмотрю. Вот. Где она? На! Засрать! Туалетную бумагу надо. Забыл ее. Срать. Так. Так, где еще бачку? Вот так еще спокойненько. Сына! Чего, папа? Ты что тут делаешь? Да ничего. Я сейчас пойду доски пилить, ты понял? Ага. Куда пошел? Никуда, я посмотреть. Батя, ты думаешь, что это законно? Нет, незаконно. До костра нормально. Шашлык будем жарить. А, понятно. Так, раз, два, ой, три, дверь. Во, все, установил. Как новенько. Так, давай. Как ты... Ой, немножко наклонено. И... Давай, как ты делаешь этот костюм? Так, что в холодильнике есть? Не трогай! Ты что это делаешь? Ничего. Так. Да охренеть! Ай, не надо. Да тебя парафон-то! Да. Сука. Ты посмотри, пиво выпьешь. Ты нахрена хлеб? Еще тухлый выйдет! Надо вылить отсюда поскорей! Где моя либо пила? Так, есть поход человек уши на втором этаже. Фу, выбрался. Иди! Нет, я не буду спускаться. Сам забирайся. Ты чё, блядь? Еле удрал от него. Блин, рука болит еще. Стоп, оттуда кот. Ладно, ничего. У нее есть это в рюкзачке пивасик. Ой, там батя, там папа стоит.
А ну, все, немножко попили и уже положили. Пиво, да, сюда. У меня нету никакого пива. На, пей. Откуда ты сказал, что это? Я это положу в рюкзак. Я забыл о нем. А ну иди сюда. Я тебе кое-что хочу. Куда попёр? Я кушать хотел. Пошёл в магазин за едой. Сейчас покакаю. Если без еды придешь, значит вылетишь отсюда. Ты понял? Да. Так. Ой, тоже слово ничего. Саша, давай ты мне свой компьютер. Да иди. Так. Сына. Чего? Знаешь что? Что? Видишь свой компьютер? Видишь? Да. Я его закрываю, и он улетает. Так он помой. Он старенький? Да, он старенький. Папа, не надо компьютер выкидывать. Пошел нафиг отсюда. Я тоже. Ломаю твои кости. Пошел сюда. Все. Башка болит. А жопа у тебя не болит, блин? О, рум. На, рум. Успокойся. На тебе рум. На рум. На, пей рум. Это водочка. На, рум. Да она вкусная. Попробуй. Я не пью водку. А, значит, ты не мужик. Ты чё, блин? Мужики пьют. Я сейчас не дам. Блин. А чё это? Так, надо уходить отсюда. А, папа! Папа, не надо! Папа, не надо бить меня! И сейчас сюда пропёрся ещё. Не надо, не надо. Надо. Ах ты ж гад! Ты что сказал? Свинья ты. Заткнись, дебил, Олег. Твоя мать умерла. Ну ты где? Это я сейчас о твоей маме расскажу. Такой радостный. Ай, башка болит. Ай. Ай, блин, башка болит, расстала. Где ты? Я сейчас расскажу, что твоя мама умирает. Твоя мама умирает за тебя. Да, что за чего тебя? Потому что ты родился на свет. Ты понял?
Ты знаешь, из-за чего мама умерла? Как ты сказал, из-за чего? За чего? Из-за тебя, потому что... Потому что ты родился на свете. Когда-то был из-за этого, потому что мама умерла твоя. Вот, получай тебе. А что это везде? Ай! А, блин! Ай! Ты не наш ребенок! И надо вход завалить! Надо вход! Все закрыли! А ты алкаш! Держи яйцо! На! Да на тебя, как ты молота! На! Блин, у нее есть ножички где-то. Во! Вот он! Иди сюда! Ты хочешь посражаться? А у меня есть пистолет! Блин! Что-то есть здесь. О! На тебя, давай к солью! На! Получился. Ну я поднялся на крышу. Надо домой идти. Стой, Саш. Все. Я тебя воспитал. Козел ты. Тупой. Так. А ты знаешь, кто ты, мелкий уродец? Я сейчас твой компьютер сломаю. Ага. Так, вот окошко у нас. Пошел нахуй. Сука. Ебана. Плохой батя. Ой. Ха-ха, какой тупой батя. Вот я тупой. Ты где? У меня из-за тебя особое оружие. И какой же алкаш? А ты где? Пошел на. Хрен. Так, домик красивый. Так, дорогие подписчики, это скоро выйдет продолжение, и здесь добавится еще это. Не будет персонажей еще, будет только будет моя армия. Все.